Ливень у нас продолжается, но вроде град закончится. Он был всего, наверное, минуты 2-3. Но усыпал, конечно, все. Ну так, особых повреждений я сейчас не вижу. Я стою под крыльцом домика. Хотя, если пройтись и посмотреть поближе, возможно, что-то он и начередил. Ну, вы знаете, я такого ни разу не видел. Да, я приезжал, уже на дачу соседи говорили, что град был, но сам я под него не попадал. Так, сейчас я попробую вам еще показать. Вот, обратите внимание, у меня перед домиком растет виноград. Вот прям под самым черенком, вернее, под саженцем. Видите, какие градины лежат? Офигеть. Офигеть. И везде, везде все усыпано. Ну вот, обратите внимание. С хвостами. Но хвостами не задел. Вот, обратите внимание. А есть вон там чуть-чуть рваные листики. Вот то, наверное, тоже немножко повредил. Но град лежит везде, буквально везде.